Вот можете видеть китайского мальчугана и китайского дедушку. Вот, собственно, то, о чем я и говорил. Все возрастные люди очень много гуляют и занимаются с детьми, внуками, может быть, даже правнуками. И никогда не сидят дома. И опять же, спорт, спорт, спорт. Всегда, везде. Вот просто без комментариев. Что еще сказать? Мудрые люди.